На плечи 39-летнего Нурбакыта Барбусынова аким области сразу же возложил серьезные задачи. А каждого из членов, функционирующих в области национально-культурных центров, попросил оказать содействие в укреплении позиции общего дома. Все-таки сейчас очень много стоит задач перед нашей малой ассамблеей, поэтому заведующий секретариатом должен организовать всю эту работу вместе с вами, что мы ему желаем удачи, успехов. Барлығында өзіңі байланысты, ұлтқа неге бөлмі көріп, біз енді көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін, бізге барлық ұлттар осында тұрбатқан бірдей. Никаких деления на национальности не должно быть, мы единая семья. В рамках реализации госпрограммы «Родная земля» председателем этнообъединения было поручено наладить контакты с земляками, проживающими за пределами области и страны. Выдающихся из них пригласить в родной город для проведения мастер-классов в той или иной сфере, встреч с молодежью и крупных мероприятий. Вам надо будет посмотреть, вы их хорошо знаете, своих, которые сейчас живут за пределами нашей области. С ними надо поговорить, конечно. Их надо приглашать сюда. Если среди них есть предприниматели, то они должны внести уже свой вклад. А если есть там спортсмены или там ученые, там медики и так далее. Кроме того, руководителям 18 НКЦ предстоит подумать над идеей Сапарбаева о строительстве на территории главного парка этнодеревни, предназначенной для отдыха гостей и местных жителей. Там будут размещены дома в стиле каждого народа, музеи, возможно, библиотеки и заведения национальной кухни. Именно в этом районе города в будущем планируется сосредоточить все крупные центры досуга. Айсулу Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт».